Итак, всех приветствую с вами на видео. Тема сегодняшнего видео — мое знакомство с комбайном модели Россельмаш RSM-161. Как вы можете видеть, вот модель примерно как выглядит. У меня моя задача была заменить нажим. Вот здесь это получается, как сено размельчают и, собственно, выбрасывают. Вот, старые ножи или изношенные ножи заменяю на новые. Это, собственно, как новые выглядят. Вот. Тоже, если все хорошо получится, данные видео как-то скомплектую. И получится как обзорные видео. А так, по сути, RSM-161 мало чем отличается от Акроса 500. Я не помню, какой уж там. Вот. По устройству все плюс-минус одно и то же. Единственное, что из нововведений, тут получается два молотильных барабана. Это из такого серьезного изменения, что я заметил. Ну, плюс комплектующий еще новенький. Сам модель еще хороший.